Трое часов на нем сейчас. Кулак по хентам. Кулак. Сейчас все оформим, сейчас все будет. Кого сумануть? Ну, саните. А то вот это вот молчание напрягает. Мне на работу говорить нет. Хорошо, хорошо, тебе нет. Левай, я не знаю. Кто-то один спекнет из хила. Петрович, вот ты Бибонат, у их нас можно друг, да? попросить. Ты, пожалуйста, предупреждай нас, типа, если тебе нужно будет Сидят, уйти. говорю. Он предупреждал нормально все. А, окей. Ну, он сам ревнёт же, да? Он, наверное, уже ушел. Я его исключу пока что из пати. Ты бы не кикай, не кикай. Он сам проявил желание к нам гейм выступить. Может, у него там этот. Он сказал, что предупредил. И это я его кикнула сейчас. Чтобы не мешался в восьмой пати. Я сейчас этому депутату напишу, сможет ли Один он первым зайти или нет. Азраил, да, спекается. Я забафала касты, я не знаю, вы забафали приста, дроли, бафы. Лично на мне приста бафнуется. Прям показываю. Азрил уже спекнулся, не надо никому ничего. Этот спекаться. Этого босса просто бьем и все. Кулак Гула. оформить. Кулак у нас вас оформлял. Ой. Я МП5 оформлял. Турбовый. Могу раздать кулак, мне не жалко. Оформи, пожалуйста, кулак. Турбовый, турбовый. Владимир, а вы что, без полипауэра играете, да? Я единственная показываю. А, нет. Сидишь? Я с вас. Брат Турбо, дай кулак по Турбо. Благодарю. По паладинам по себе тоже кулаки. И давайте гуляем. Давайте свои вурсты приготовили. Бурсти. Заберите. Я посетила боб и базука зов. На пул я вижу только от бегвара. Простите, пожалуйста, может быть, я кого-то обделила. Но мне кажется, это Нет, слабо. нет ни одного на пол открыта. Он только зарыв дал и грубой. Турбоёжник. Сейчас, когда я пожалуй. Это визиря, пообновляй лапку или Тим, еще у меня кончились реги на лапку. Если кто встает, обновляйте. Гарри слагает, Липса, если что, заберешь. Ничего, он забрал, нормально. Молчу. Телепортация 9 секунд. Максимальный урон босса. Сейчас будет трэш. И давай это. Секунду давай. Давай. Простите, я не убила эту секунду. Это у меня x2, чтобы я тут убивать его до переходки этой. Так, это... Хочу напомнить, осталось час.
вот этих шмоток. Их никто не забрал, их никто не захотел. Если кому надо, пишите мне. Я скажу вот, вам надо трусы пока. Нужно. Да кому не нужно? На 7-й сверх что-то. Почему не на 10? Сейчас он этот. Обратно вернулся. Приготовили свои бурсты. Бьем, чпокаем. А что сказала? Скоро придет время, и я тоже закроюсь. Так что, Войд, нам надо идти быстрее. Есть еще я? Да, креветка меня подхватит. Так, у нас 30 секунд, 2 ляма. Два тихилы, молнию юзаю артефект. Вон смотри, я больше тяну дамага. Так я до сих пор систему ЕПГБ объяснил лишку. Это не значит, что можно не дамажить хилу. Так, кому ничего не надо, пошли. Сейчас Тагариус и Клипса соберут, и после этого вы начнете хотать, вы начнете ДПСить, а то будем стоять с каждого моба, с каждого человека забирать по мобу. Давайте, танки, вперед! Блин, где Тагар? Я вообще понял. Нет, лучше оставайся в ДЦ. Только Машу на Хейла не ДЦ. Нет, мне нужно, чтобы ты был в ДЦ. Чумную тварь бейте, она уешь. Тотем, поставьте еще. Я сейчас поставил следовать с клипсой, просто дубки развешиваю и все. Вы, кстати, мобов лутаете, тут обычно пухи падают. Помните, нам падало на этого лава? На кого там падало? Да, на кого ничего не падало. Аккуратно, не агрим, трэш лишь. Присоедините, кто тактику не знает. Я вообще не хочу рассказывать про этого босса. Вот метки как раз поставить, а то я их не могу ставить. Куда бежишь? Артефакт! Тут все тактику знают, да? Джордж Фокс, дружи. Он был на прошлом ухте. Я хотел спросить, он выучил тактику? Все же, никто не вздыхал. Так, люди писать отходят. Давайте этот АФК поставим, Гойд. Я не могу ставить, могу точнее. Я 4 поставил, вы 3. Сидите. Это получается 4, да?
Или 7. Это получается плюсы, не получается 7. 7, да, отлично. Ага, прямо сейчас. Тут рыбу поставили, тут только один вздыхал. Я тоже отойду. Маг какой-то есть здесь? Угу. Дай этот в Даларан портал. Даю. Фулл ребаф перед боссом не делайте, когда войд вернется. Может поставьте меня к миликам, буду тотем ставить. Хотя бы к танкам. И отошли, да? Да. Шкаф давайте. Зука, надо, чтобы там милик был, чтобы с него диспалился. Я понял, я только вначале это триньку дам, и все, потом будет нормально все. Крит, как камень называется оранжевый? Сейчас скажу, скажу. А, да. Сейчас. Тагариус, обновляй бафы свои. Хотя бы по нам. Перерыв кончился. Бафф, пожалуйста. Я уже. Ребафните магов, падал человек. Пристабаф, да? Какой камень? А я уже скинула могущественный. Так, я еще гнида сейчас сумма нужна, надеюсь, он здесь. Он на друида пойдет. На друида. А, хорошо. А что, он пришел, ушел? Не знаю. У него тоже сегодня экзамен должен был быть. Как он? Че, его ждем, да? Не знаю, здесь он нет, спросите. АФК вроде еще. АФК. Ну, давайте тогда остальные люди. Кто здесь, давайте поднем босса. На всех все есть. Подожди, переоденусь и метки поставлю. Подожди, может. А, да, нет. Пару минут еще покурить. Ну, хорошо. А, я знаю, что у нас Канаме первый раз. Ты тактику знаешь, как бегать? Зачем вы это делаете? Я специально, чтобы курица профнула на миликов. Чтоб тотем ставили очищение. Он потом переставит. Он баф. Курица бафнет, я поменяю обратно. А, окей, баромалёк.
Там все хотят к тебе, хотят мана. Ну, интересно. У меня кино интересно, я молчу. Поставили метки. Канаме, ты в Диси, Канаме, маг. Да-да-да. Ага. Красавчик, смотри. Босс состоит из двух фаз. Первая фаза, мы становимся ближе к стенке у босса. Есть где-то там фонарик, вот где-то там мы становимся. Босс ставит звездочку, и ты просто бьешь, 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 бьешь. Далее, скажут, скоро босс телепортируется. Нам нужно будет перебежать в звездочку. И весь рейд начнет бегать. Бегать со звездочки в кружочек, в ромбик и треугольник. И обратно. В ромбик, в кружочек, звездочка и так далее. И нужно будет бежать. Вот я не могу тебе сейчас показать, как именно будут подниматься волны, но на первой фазе, когда будут бегать миники, посмотри, как они будут бегать, как будут подниматься волны. Тебе нужно за всеми поспевать. И видишь вот эти вот расщелины на полу? Какие-то зеленые. Вот к ним лучше не подходи. Оттуда появляется лава. Понимаешь? И близко к ним тоже не подходи. Они появляются каждый раз по-своему. В общем, тут нужно как бы запомнить, как они вылезают. Понять сам, саму суть. А так ты понял. Первая фаза стоишь, бьешь, вторая фаза бегаешь вместе со всеми. И снова повторяется первая фаза, вторая фаза, пока мы не убьем босса. Умрешь, посмотришь, не отходи от компа, посмотри, как люди другие бегают, кто выжил. Гнитыч, кажется, появился. Сейчас у меня шкаф поставь, пожалуйста. Кушка-мурка или АФК. Вижу. Суммоним друида, его сразу забафайте. Каску я дам, приста, друбов, там, заявляю. Дипонатор еще зашел. Дипонатор зашел. Еще прекрасно. Этот, добавь его в пати. Зарыва может спекнуться, кого хочешь. Войт тоже может спекнуться, мне кажется. Хотя, на следующего босса ты Азраил сбегнется. Да-да-да, лучше оставайся, а то в другой, в Даларан придется здесь. Сейчас я... Сманите челиков, пожалуйста. Призыв начат. Ой. Тут еще рыба до сих пор стоит, аниматрончик. Присаживайся. Угощайся. Может он здесь заходит, я не знаю. Вот, присумонился. Все, присумонился, его бафы сейчас. Каску, маску. Мне кажется, все забафаны. РЧ проводим. Я надеюсь, вы заметили. Базук, Дейфи, Тагариус, Депонатор. Тагариус, Тагариус. Все, мы готовы. Я ДБМ включаю. Бежим, 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 бежим. Ладно. Все встали на платформу. Кстати, если ты стоишь близко к боссу, он тебе дебаф кидает. Ты кастуешь там миллион лет. Смотри, как медит все будет бегать. Ага, уже поднялся, не побежал. Это ему свои оформить, вижу. Красавчик. Все, это вся тактика. Я рот хотел сказать. Бурстите, бурстите. Я скажу, когда перебегать. Понял, как бегают от Ханаме? Только там уже будет надо будет быстрее бегать.
Он тебе ч не понял. И то, что он в пати тоже не зарешал. Телепортация. Вот сейчас появится лужа, и мы заходим после нее в звездочку. Приготовились. Ой, это я нечаянно. Заходим в звездочку все. Гребаная звездочка. Приготовились. Ой, с Богом, побежали. Ну ты прожил хотя бы две. Бежим на платформу. А, запомнил, как именно бегать? И видишь, что некоторые лужи, они больно дамажат. Шкотуют обычно. Бежим, не плакаем. Поздравляю. Мы, кажется, прогрессируем. Зачем бегать? Хотя, я не знаю, Тимбич, может быть. Пусть полежать, кто думает. 40 секунд, чтобы 5 лямов снести. Вероятнее всего, нам придется бежать второй раз. Почти уже сделали этого смертного. Почти тут не упали. Побегаем 100%, кстати. Вот, это уже будет, когда мы будем в СЛК. Так, после этой лужи нам придется спуститься в звездочку. Опять. Побежали. Так, готовимся. У меня каст 7-летний. Побежали. Креветка, это традиция. Знак 120 дает, сейчас скажу. Мы добиваем босса, вообще красавчик. Креветка тоже красавчик. Традицию свою не бросает. На каждом персе она всегда здесь падает, я вам отвечаю. Так, мы очень долго афкашили, так что танки бегут с медиками вперед, а РДД бьют глазики. Где он тут трэш? Сейчас я резко. Ага, тренер упал. Поздравляю вас. Сейчас вас интересно, я каску дам, другие тоже как-то чем-то запахнутся. И сейчас не дать забирать телевизор. А, Тимбич. Я предлагаю пулять, Тимбич жив? Так, а, Ирландо? Говорят, короче, глазики, если бьешь, значит, не вайпишься на трэше. Третий плащ, кстати, да, такой же. У меня есть, кстати, предложение есть. Давайте сейчас на вот теперь все встанут в одну точку, кроме танков. Чтобы сферы полутали все. Я говорю это каждый раз.
Нам не помогает, кстати. Это еще помогает хилам очень сильно. Потому что вас нужно буквально за 3 секунды поднять. А если вы стоите хрен пойми где, то вот приходится падать. Помните? Почему буквально? Почему буквально, кстати? Надо это при реальном несколько секунд там. 3 секунды. 3 секунды ровно дается. 3 секунды для захила. А вон на 3 секунды его. Если вы стоите, хрен пойми где. У нас же частица с депонатором действует. Символ. Плюс еще, не знаю, там, эрдружки, травма пробы. Так, бежим. Нас трое падали, сейчас прибежим, я поставлю рыбу. Сейчас будет еще релобница, и мы готовы гулять. Так, сразу там уже портал ставят, огурцы. Васа в танка. На 50% они меняются, да, на 50%. Первый Тагариус, второй Клипсов, третий Васа. Там сами смотрите, между собой договоритесь, танки. В Орлоке поставьте огурцы, плиз. Кто-то один. А у нас один лок. Почему меня Воргрит опехнуло? Не знаю. Кого это за тобой? Наверное, потому что ты на портал нажал. Погрима. Кого еще сумануть? Кто такой? Ребята, есть у кого-то 3 красных камня с собой? Алые рубины? Не. Красный. Багровый рубин. Вот с нами. Вас воспекнулся? Да. Вас воспекнулся. Ну все, я лично готова. Я... А, забафайте падших. Бафы, бафы. Я РЧ провела. Здесь стойте все в луне. Только в луне. Ну, кроме танка. Кто первый будет говорить? Давайте Тагариус начнем. Так, традиция. Не вижу, пана закажет что-то. Ну, я думаю, он придет. Или пан что? Пылится? Бежим в зону. ДК Горн, дай, пожалуйста. Он сейчас... сейчас даст. Слушайте, свои ауешки, типа, оставьте на потом. Потому что лучше пусть до вас спора долетит, и вы дадите пятером больше дамага, чем ваша луна. Или что-то у вас. От спора уворачиваемся, я затанчу. Прям в луну. Ну, почти в луну. Зря вы отвели. Ну, РДД, просто подойдите ближе, чуть-чуть вперед. Под жопу с боссов, да? Как этот откатится, сдадите. Клипсу БР. Ник называйте, а то БР на 3 друида сразу. Не на трон. Каску знаю сейчас. О, забрал. О боже. Может быть, Геру дадите? На многих уже есть. Хилим.
лист, сова, элема. Два элема, цепухи обязательно. Эма, сдайте, как он занял защиту. Частица слетела, типа на то, что прохил, огурцы съели, не знаю. Вас, я не знаю, как добрались, значит, и сдохнешь на неотвратимом уроке. Вас поднимите, этот, слава, слава, подними вас. Сразу не танцы. Лучше постой. Сахар у них, да? На следующий неотвратимый урок Азраил. На следующий это еще мне. Споешь гимн, хорошо? Скоро танки вернитесь. Е, восьмерки ДПС есть. Клипсу, Берни, Тим Бич. А, зря ты встал сразу. Давайте выбивать танки играть. Видите? МА сдать или мастера? Ладно. Блин, баф спал. На меня он повесится. Танк аккуратно со стороны. Хилим. Хилим сильно. Настя. Танки. Да, да. Затаунти спор там. Сейчас было не время. На ХП еще не давали? Не знаю, не увидела. Я говорила. Называли. Клип сейчас сдохнет. Я не дохнул. Так, добиваем. Тагариус после убийства. Сейчас прожми мастера. Вот. Ладно. Не разбирайтесь, я сейчас вас захилю. Хотя, ну, все, давайте. ТП-хаем, сидим в следующий квартал. Я обратно в ДД, да? Какой у нас? Да, в ДД. Остался мерзости, да? Пока баф висит, поехали, да. Поехали, быстренько, быстренько. У меня 0 секунд висит. Гарри, побежали. Вас, а ты не понял, что делать на этом боссе? Ну, лохиби? Слушайте, знаете что, надо в следующий раз знать, как сделать. Зачистить трэш до лоскутика, потом идти убивать этого от хиба, и потом, пока бафы висят, бежать быстренько лоскутика афкать. Чё ты, блин? Слишком сложно.
не ленитесь. РДД стоят перед мордой или что? Прям сильно пробивательные РДДшки. Я с такой штукой бегаю, кажется. Поздравляю тебя. Я с ней, блядь, до сих пор бегаю. Не припоминай мне. У него кинжал был, кстати, мой. Мы сегодня быстро закрываем бой, заметил? Не накаркай. Не накаркай, говорит. Это потому что я на ханте. Да, я заметил, твой 193-й хант просто... Наша дама, удачи ты сегодня. Все сейчас ведут, и после этого прям отвечитесь. А кто-то музыку врубал? Двухишки хоть падают? Нет. Так, сейчас рыбу поставлю. Погодите, я знаю, что кто-то упал. После желчи рыбы поставлю рыбу, сразу отпиваемся. Кто-то там лежит еще. Ставлю рыбу. Возле меня вокруг садимся. Ну, пока мы садим. Сейчас Бигвар еще отошел. Ну ничего, как раз там надо будет пофукашить. Милики, не забудьте постоять. Кстати, если подождать минуту, то я могу миликом бафнуть 5% хосты. Да не, он уже босс. Все. Что, паладина и бара забавьте хоть немножечко. Все, все тут. Давайте, пуляйте. Да, хорошо. Клипсом мог ДТ спать. Хотя. Тим Бич, я же говорила, или ты уходишь? Или я не говорила? Мне не было слышно. Тактика простая. Босс бьет, поворачивается и убивает второго по агро. Если второй по агро стоит в РДД, он его не убивает. Поэтому, когда ты стоишь в миле и сразу бьешь, тебя просто шотает. И ты афокажешь. Вангу, он сейчас пойдет себе чай нальет, пока мы будем тут хилить. Ладно, давай. Мы даже в око успеем воет, представляешь себе? Не надо око ваше, пожалуйста. Кому нужно ваше око? 25. ЕП, почему бы и нет? Ну чё, можем на Левиафана сгонять с метро, будем жахнуть. А, делать не, на меч. Артефакт у тебя 25-ки что ли? Шея будет? Нет, у него уже десятка. Ага, вот мы сейчас так на расслабоне обсуждаем, выйду, и потом будем варкнуться на глуте, да? Нет, не на глуте. На кель тузада. Нам просто надо будет другим глаза открыть.
А то они заспают, наверное. Глаза долбятся. Давайте, блин, берса 3 минуты, чувак. Сейчас до экзекутки дойдем. Настя, скажешь, когда будет 35 хп? Ну, 35% хп у босса. Что? 35 хп у босса когда будет, скажешь? Сейчас, вот сейчас уже 34. 33, 32, 32, 31. Спасибо. Зачем тебе это? Да, на рекорд смотри. Так, ну, чем ты там занимаешься, не помню, читерством? А, Войд на 30 лет. А я помню, Войд был на 11 месте. Что-то с вами не то. Кто-то слакает. Тим Бич, кажется, слакает. Ну да, тут согласны все, наверное. Настя, я думаю, он Тимыч. Тимыч, так? Я Тим Бич. Бич, я думал. Сумыч. Ну, так тоже норм. Ну, все нормально. Прости, я не специально. Ну, я Хантер, на каком месте по огню? Не знаю. 65-64 показывает. Хил 20. Второе место после Тагариса. У кого второе место после Тагариса? Я Хантер. Я Хантер. А, и то есть я могу быть первым по РВ только с пула. Если это. Так я бича резко. Не знаю, я Хантера вообще по кадальности не пулил. Он там, я думал, он первым вообще будет. Не поняла, Азраил чё? Слизни ловит? Турбовый тоже стоит там, ждёт. Парис, давай. А чё, жестокость уже никому не нужна, я просто хотел бы на успех взять. Ну, депонатора спроси. А, ну ладно. Так, сюда трэш привели, Бармалюга танч не помню что. Да я тоже могу танчить. Всё, давайте свечную. А, Панаме. Кажется, тебе одному нужно будет объяснять тактику. Пока что развернись. ПС у тебя не куча. Видишь решетку у босса? Вот тут вот. Я на себе метку поставлю. Допустим, квадратик. Потом переставлю на клипс. Вот. Какой баф? Укол? Не знаю. Мне депонатор отдал. Войт. Сейчас. Сними с него БП. Ага. Ой, я сейчас продолжу. Канаме, ты меня слышишь, друже? Друже. Да. Ага, смотри, вот тут вот, по этой, начиная оттуда, отсюда, начинают вести босса. И ведут именно по вот этой вот решетке. Что нужно сделать? Нужно стоять вот тут где-то в центре, и будет появляться какой-то дебаф.
дебаф будет появляться на одном человеке где-то раз в минуту, полминуты. Называется он кол. У тебя, если ДВМ включен, у тебя будет так много рейд прям. И я буду кричать, Войд будет кричать, что нужно будет выбежать с рейда. Ты же понимаешь, что не надо будет выносить метку туда, куда ведут босса. Поэтому нужно будет вынести его назад за рейд. Вот, допустим, где я стою, или вот еще куда-нибудь, но не в рейд. Еще глыбу свою не прожимай, иначе появится лужа вот прям в центре. Она когда диспелится, вот этот вот укол, появляется лужа и начинает нас всех бить. Еще один момент. Для слепых я часто замечаю в рейде, что вот когда боссы ведут, а тут лужа распространяется, люди просто стоят 1-1-1-2 жмут и не замечают, что вздыхают от лужи. Откройте свои глаза и нормально играйте. Вроде бы все, там тимбич падал, я рыбу поставлю, сейчас босс придет, уже приходит, давай быстро ешь, его забафайте. Вот прям босс подходит. Тебе ровно 5 секунд, чтобы поесть рыбу. Тимбич. Тимыч. Я привыкаю. Тимыч. А ну, блин, я думала, ты букву пропустил. Все, давайте, пуляем. Я надеюсь, его забафали. Надеюсь, сэр не сорву. Лучше встань тогда, чем сорвать этого. Тимыч, да нормально, прожал куда. Этот крипс забираем. Здесь креветка вылез, вытащу. Вынес баф. Сейчас, если я здесь пойду, сразу вынес. Куда, куда? Дважды. Да я хотел повыше забраться. А фиг с ним. Так, а еще говорят, Тимыч, что нельзя стоять спиной, стоят возле правой или левой ноги, если ты знаешь правую. Это той, которой мы играем, мышка. Потому что вон лужу дважит. Зарик, ладно. Там откадешится. Вот ты аккуратнее. Ладно. Роланду. Красотка, видите, как дату выбирать? Почему как я нельзя? Ой, я засмеялась. Видите, как дата? Сейчас каску сдвинется, да? Прости, пожалуйста. Это я ее не заеду. У меня на кнопке стоит. Клипса выходит? Выходит от рейда. А мы его хилим. Я надеюсь, вот эта лужа, которую Зарик вынул, сейчас она пропадет. И да, сейчас пропадет она. Потихоньку еще. Это подбегай, подбегай, подбегай. Сейчас я тебя здесь полю, и ты сразу убегай. Ой, простите. Ну блин, не знаю, как работает. Биквар вообще в лужу вдох. Ты там стой подальше, подальше. 20 метров нужно держать от рейда. Я тебе больше не буду использовать. Не знаю, Биквар... Канамы. Вышел. Канамы вышел. Канамы. Выбежь. О, вот, нормально. Нормально. Только не подходи к рейду. Нужно держать 20 метров. Все, выбежал со своей лужи. Красавчик. Ты выучил тактику. Артифекс. Пробую себе. Турбовый. Лужек не стоим. Опасно. Лужу стал. Зеленку что ли прожал? Да, зеленку. Опа. Чё-то тебя не вижу, бихили тебя. О, смотри, как нужно, как я. Ну да, ты бабу поджимаешь. Зато всех спасаю. Настя, герой. Умирает артефекс.
Из диспель себе, чтобы комбат не повесился. Да, он шарит. Сейчас Гигар орехает. Отдадите от Канамы. Отдадите там лу... Канама... Канама... Выйди с рейда. И служи выйди сразу же. Вот честно вам скажу, я думал, это Триня вообще нихуя не апает. Я думал, хули апнула. Ты я в ахуе просто, я Семёру никогда не давал. Ну, у тебя это еще по... слизни. А, ну тут слизни точно. Да. Это четвертый плащ, да, уже? Упал такой. Я ору вообще. Уже, блядь. Арти уже сейчас на Энха заберет, походу, блядь. Это не там хан. Ну, видно, для турбоежа падает вот. И второй же такой плащ, который у меня в сумке лежит. Красава вообще. Ну это знак тебе протопало собирать. Такое себе. Я хотела. Думаю, меня даже в рейтрика не спекает, какой тебе протопал. Я в знаке зодиака такой верю. Шучу. Грудь кольчужная. Ой-ой-ой-ой. Короче, смотрите, два ханта, два танка. Туда. У кого там спек есть? Кто покатит? Зарик точно покатит, кто? Серёга. Ну, три ханта. А вот этот турбовый у тебя протоспек есть? ХП у тебя 29. Мне кажется, есть у тебя. Или это под бафами так? А, ты бык. Ну, нужен какой-то милик туда покатить. Я могу. Ну, ты хил. Ты можешь сдохнуть. Я шарю. Что я сдохну? Я вообще-то не сдохну. Ты мне тут сразу паникуешь. Ну, там Васа, допустим, с одним хантом, и ты с другим. Ну что, мне спекаться в этого? Фрестаж, что ли? Нет, дамаж, два ханта и два челика должны справиться. Я? Ты. Ребафните, пожалуйста. Я боюсь. Делай как хочешь. Лапку там, стамейну, дух. Да, сейчас бафаю все. Сил ничего не вижу. Так, ставьте шкаф, потому что двое где-то там шляются. Я Хантера суманите, я Тимыча сумаю. Блин, я привыкла к бичу. Я не могу, так сложно. Привет, вас там босс 5? Да. Да. Ну если тебе шмот нужен, спроси, может кто-то в рейде, кому шмот не нужен есть. Мне с Лича разве что. Ну там ключу. Либо тренинг. Сейчас я стрим подрублю. Ну три не две мы уже забрали. Может еще будет, не знаю. Забафайте пристабаф, я не знаю. Никак больше не может. Кулака на друидах. Роланда смотрят. На ней все есть. Вон, заходи на стрим, я там 7к дал. 7400. Да, даже Макс Ромас я тут 20 давал. На это, на Гробулусе. Ну там слизни, конечно. Гробулус. Нормас. Ну а вот это трение, блин, классно. Блин, вот я боюсь, ну нафиг. Ну так поставь милика, вон. Я пойду туда сразу. Или Тимыча, или Дейфи поставь. Или Авентера, не знаю. Дейфи, иди сюда. Авентера я не знаю, так что. Пан. Ты по-любому можешь бегать и катить. А чё учить? Тебе нужно будет таунти тебе и бегать по кругу. Все. Бегать по луже, по концу лужи. Ну, аниматрончика вон танк есть. Аниматрончик, давай, гнидыч, все знает. Спекайся.
Только я по хилу не знаю, что будет. Тогда Азраила может спекнуть. Народ, пуляйте, я курицу призвал. Боже. А тут спекается танк, а то выпнемся еще. Вы начинается, говорят. Ты переоделся, аниматрончик? Сейчас еще метки забыл поставить. Если надо будет тотем, замедление кричите, поставлю. Так. Вот аниматрончик. Вот уже же сам бил. И беги, беги по кругу, вот это уже. Вот, вот мы с этим берем. Ты куда побежал? Сюда беги, аниматрончик. Это ты зря, стопните. Циклонте. А ничего, что я тут сам бегаю, нет? Два хента только на этом, на кайте. Я тут сам как бы. Там почему-то на той метке нет ни одной лужи. Что происходит? Артефекс, подойди под босса, под жопу босса. На тебя агрится мобы. Там хоть там паладин почти упал, у него было 10% хп. Я подбегал его. Красавчик. Окей. Там я сейчас тут съедут по плюхе еще с лужи. Там нет лужи, ханты, вы че, глухие? Ярю ГП оставшимся хантам сейчас. Пиздуйте туда, на одну и на другую сторону. Застанили, откинули циклоны, не знаю, там один зомби просачивается, других тоже застанили, остальные лужу прокинули. Базука, креветка, пиздуйте туда. Зарика, Берните. А Тимыч, повернись, Берни. Чуть-чуть надо ближе к крестику, потому что... Тяну и ловушку ставь. Все. Не бей босса. Иди тут, Кай. А зря бей ловушку. Я оставлю тотем. Можно иннера позаливать его. Трех человек уже, у четырех нету иннеров. КД. Тимыч, сдай иннер в артефексу. Там череп весь рейд поднимает. Лужи не вижу, вижу. Креветка сдох. Как? Не знаю. Его мобы ваншотнули. Какие мобы? Он бегал? Я помогал. Да, потому что ему вот нужно помогать на режиме моба платье. Контроль. Так, скорое истребление, добивайте сводите глута. Центр. Да добивайте киглута и все. Аниматрончик сдох. Все, блин. Сейчас я резну, креветку резается. Вы, ну, не первый раз здесь. Здесь мобов нельзя танчить, они не должны бить. Два ханта, две стороны, право-лево, один там, один там. Поставили ледяную ловушку. Челик, который с вами, милик или танк, бегает. Не на ханте должны мобы быть, а на танке или на милике. И он просто бегает по ловушке. И все, блядь. Не спойте только трэш. Вот, это что за шмот? У меня не отображается. Получение сведений. Обернитесь. Так, аккуратно. Кожа. Кожа на ловкость. Я обратно в ДД? Да, в ДД спекайся, Вася. Токен на паладина. Токен на... Воинохотник-шаман. И токен на маха.
Рыцарь смерти друид. Рух. Бежим. Бежим, бежим, бежим. У нас падало 3 человека где-то. В центре все встали и всех забавили сейчас. Вот, ты распределяешь. Я не смотрела ДПС, сейчас. У меня остался. Сейчас подойду. Я ставлю рыбу. Вот из-за вайпов меня ругают. Сейчас я заснусь. На танка типа. Ставьте шкаф, я выйду сейчас. Еще хавчик поставим. Канаме, тактика, галактика. Сейчас определят, кто куда идет. Кто направо идет, кто на босс. Ты запоминаешь вот другую цель. Берешь фокус. И смотришь. Боссы должны убиться с разницей не более где-то 12-6-7 секунд. То есть вы должны держать ХП у боссов одинаковое. Если вот ты бьешь справа, а слева у босса ХП там 500 тысяч, а у вас 1000, тогда ты должен бить сильнее. А те челики, которые стоят слева, допустим, у которых босс 500 тысяч, они должны в носу ковыряться, пока что ты там не надамажишь. Собственно, вся тактика. Если же произойдет другая ситуация, что у вашего босса 500 тысяч, то ты в нас уковыряешься. Собственно, ты за баф, а сейчас босс, ой, Войт распределит, кто куда идет. Сейчас попробуешь. Еще. Это была... давай, молчу. Настя с аниматрончиком давай направо. Артефекс с депонатором налево. Налево третья, четвертая пати идет. И первая, вторая направо. Давай Артик ко мне. Справа АОЕшка залетает. А я тебе с кем сказал? С аниматрончиком. Ну нормально, он же жирдру. Я думал, он говорит. А, блин, я еще недавно его видел с 80-м. Вторая фаза Канаме. Сейчас Войт поставит метки, я просто до туда не дотягиваюсь, не вижу.